Так, ну вот, 16 часов время, я вышел из леса, из дюн, и вот пробую снова включить видео 4К, сейчас на вид на запад, но до станции спасательной еще довольно-таки далековато. Вот, народ гуляет. Хотя уже сумерки глубокие. И вот там на горизонте Рагоцемс, там мигает маяк. Это километров отсюда более 10 километров до этого маяка. Сделаю съемку также с рук. Вот, попробую подойти поближе к воде. Будет слышен шум волн приятный. Так, у меня в камере стабилизатор. Но шаги он, конечно, на таком длинном фокусе, в длиннофокусном объективе не гасит. Хотя я мелкими шажками сейчас иду, стараюсь удерживать горизонт. Вот. Диафрагму 11 поставил. Она, конечно, света дает меньше, чем если бы я двойку поставил. Но двойку тогда будет фокусировка очень близкая. Очень малая будет фокусная. Вот даже с детьми катает. Это, значит, коляску детскую видел. Так, как я уже в предыдущем видео сказал, что когда, наверное, ничего не было видно в лесу, сегодня один из самых коротких дней в году световых, 22 декабря. Завтра на 5 секунд будет короче еще день, но потом будет, мне кажется, неизменной долготы светового дня. И 27 декабря будет, солнце повернется на лето, день начнет удлиняться. Так, ну что, вот маяк виден, а больше, наверное, ничего не видно. Народ гуляет. На самом деле, конечно, посветлее на улице, чем сейчас в объективе видно. Потому что все же не так темно. Но лес уже, конечно, выглядит сплошным темным пятном. Хотя вот здесь можно более светлым таком. Ниже, конечно, все уже темно. Вот скамеечка, где я остановился, это одна из редких сейчас. Несколько здесь